27 сентября на сцене Рязанской филармонии заслуженная артистка России Анита Цой представила премьеру нового юбилейного шоу «10-20». Название было придумано не просто так. 10 означает 10-ю по счету шоу-программу, а 20 – количество лет на сцене. Рязань стала третьим городом, который увидела премьеру. За 20 лет создано 9 шоу-программ. Она является артистом, который выступает в качестве режиссера-постановщика своих шоу. В основе ее концерта вошли лучшие хиты певицы, такие как «Небо», «На восток», «Береги меня», «Полет» и другие. Специально для шоу все произведения приобрели новое звучание. Анита Цой не только певица, но и телеведущая программы «Свадебный размер», который выходит на телеканале «Домашний», партнером которого является телекомпания «Город». Герои программы – семейные пары, которые за 5 и больше лет брака растеряли страсть, зато совместно нажили десятки лишних килограммов. Вернуть искру в отношения супругам поможет популярная певица. В чем вся тема интересная самая нашего «Свадебного размера»? В том, что семья живет в своих обычных условиях. В квартире, то есть со своими родителями, детьми, с собаками, кошками. Ну, то есть вот быт как быт. И им, конечно, сложнее в несколько раз держать, например, ту же диету, да, держать тот же режим спортивный. Им надо еще переубедить всю родню, которая их вокруг досаждает и говорят, да зачем вам это все нужно? То есть вы все равно не похудеете. И вот я видела, что были пары, которые прям непреклонно следовали и добивались мега-целей, а были парочки, честно тебе скажу, которые раз таки еще и в Инстаграм выставляли. Типа, я сегодня, пока никто не видит, выпила шампанского и закусила свининкой там и тра-та-та. Ну, в общем, короче, мы их ловили сразу за руки, понимаешь, за ноги. Но сейчас вот какой результат? Из 20 пар, которые были в прошлом сезоне, 16 пар держатся, 4 просто трындец. Просто оторвались на полную катушку и поправились в 2 раза больше, чем были. А 16 молодцы. За 20 лет сценической жизни певицы это было первое выступление Аниты на рязанской сцене. Но она пообещала, что вернется с новым концертом в наш город снова.